Я сегодня тоже на ПП сел. Просто, ну, я имею в виду, заказал еду и сел нахуй на нее, просто раздавил, бля. Хорошая? Не, вообще хуйня, бля. Ну и пошли вы нахуй. Мне показалось, шутка достаточно хорошая. Да, ролл, да, ролл, да, ролл, да, ролл, да. Вот заказываешь роллы, типа, ну а как их не покушать? Блять, они пиздец вкусные. Я вообще не понимаю, как можно не кушать. Но я просто... готовы всю жизнь кушать. Ну я просто понял, знаешь, что, блядь, я чуть-чуть, блядь, так сказать, поднабрал лишнего. Я сейчас вот на жесткой диете прям. На жесткой диете? Так ты же хорошо выглядишь. Ты чё? Не, я хочу прям... Я хочу, чтобы 6 кубанов было. Здорово, блядь. Наталья Сперникова, ебаная задница, Что тебе надо опять? Что в смысле опять, ебать? И ты мне по ночам писала, блядь. Мне вот так все время по ночам пишет, блядь. Чтобы вы понимали, блядь. Что, ты идешь конечно против поки? Против поки? Да. С тобой вдвоем? Да, да, да. Так мы же их разъебем, смысл вообще играть. Ну, мне надо с тобой сыграть, а потом с Антикой. Вот как раз надо играет. Так это же вообще. Ну, давай на 5 минут залечу и разъебем. Давай на 5 минут быстро попустим, в рот их отъебем, так сказать. Да, от тарабаним, да, блядь. Ну давай, согласен. Сэф, ты слышал эту хуйню? Что она может хуйню там сделать, блядь? Скушать нахуй? Сейчас проверим. Я сейчас тебе голову. Что она может, блядь, нас проглотить нахуй? Всем привет! Зашел недавно на сайт easycash.gold и словил полный ахуй! Огромное количество игровых режимов, классические рулетки, крафт и самое крутое — батл-арена. Вы представьте себе, два бота сражаются друг с другом за вашу ставку. И именно в этом режиме сейчас проходит конкурс на 30 тысяч рублей. Помимо этого конкурса на сайте есть кланы, и сейчас проходит война кланов на 200 тысяч. И как бонусик есть специальный статус для тех, кто частенько поигрывает на сайте. Охотничий статус — это ежедневные конкурсы и ежедневные бонусы. Удобный и быстрый вывод средств и специальный телеграм-канал с промокодами. Но у меня есть предложение поинтереснее. Специальный промокод и ссылка на сайт ждут вас в закрепленном комментарии под видеороликом. Бля, вчера проебал, отсосал, ну бля, вчера вообще не летело, я прям просто, ну я отчетливо помню, что у меня вообще прям все не залетало. Жас, да просто, скинешь, это просто пиздец, бля. 2-2 с Моргеном, да без проблем, ребят. Он там предложил, бля. А можно будет, бля, нет, это что не скину, бля, будешь угадывать, ёпта, бля, цифры, бля, под Моргеном устраивать, бля. Тим Морген, бля, вызов бросил, бля, ребят, ну я, конечно, бля, с при всем уважении, нахуй, куда он летит, ебать, волосы назад, бля, на мой зад. Здравствуйте, я Лионель Месси. Ребята, всем привет, бля, я Лионель Месси. Ребят, вы меня не узнали, бля, это я, Лионель Месси. Морген тебе стрелу кинул, ребята, я с ним побазарю, бля, разберемся в вопросе, уладим, регулируем, ребят. Я понимаю, что это Азиз Аминович, блядь. У меня каравай Эдуардович, блядь, ебаная попа, блядь. Мне вообще похуй, у меня дракон ебнешься, бля, Рузаевский, блядь. Это меня мало волнует, ебать. У меня, блядь, Виктор Агарок, блядь. Каравай, блядь. А чё по карте, ребят? Давайте сразу решим. Пок, чё мы будем играть? Даст или Мираж? Давай Даст, Мираж. Даст, я бы сыграла, без АВП. Даст? То есть ты... Даст без АВП. А только скинь, пожалуйста, пароль, а то я... То есть Крис Вейв, Поки, Даст. Ой, ребята. Бля, ну это очень хуёво. Шутка, ребят, прошу прощения, ради бога, блядь. Это реально не залетело, блядь. Это шутка, знаете, такая, ну. Как все, в принципе. Ты охуел, блядь. Ладно, извините. Так, пароль скину вам, ребят. Ну, я понял, вообще нахуй ослабели, блядь, уже пароль не можете угадать. Дару, дару, дару. Когда реклама, ребят, не дождетесь, хуй вам, а не реклама. Ребят, в конце снимаю. Я ж такой бы этот мемчик в группе, бля, лицезрел. Вообще что-то, бля, пиздачело мне проволочь, сейчас вам покажу. Тоже думаю, смешнявку, бля, схлопотаете. Так, вот она. Смотрите, смотрите. Смотрите. Так, сейчас я надо проанализировать. Пенисов нигде нет. Так, пенисов. По пенисам чистота полная. Делаем, открываем, смотрите. Ребят, я говорил, сегодня без рекламы, без обид. Ребят, сегодня без рекламы, блядь, без обид, блядь. Сколько тут баннеров? Да это не мои, блядь, фотошоп, ебаный сыр, раз, два. Еще, блядь, букмекерки, 3 штуки, блядь, разных, ебать. И в центре, блядь, Тинькофф банок, блядь, ебаная пупа, блядь. Не, кстати, Тинькофф я порекламил, блядь, без проблем. Олежек, набирай номерок, знаешь, блядь. Договоримся по сумме, по базарям, так сказать. Он в тюрьме? Ну тогда потом пусть наберет. Подними стол, да хуй ему, ебаная сыр, я не буду его, блядь. Пацаны, я донаты выключил, я сейчас уменьшу это все до рубля, расскажу, что происходит. Я собираю, короче, деньги для Астрофемуса, это стример такой, возможно, мы видели. Ой, почему ты... С кем с ней? С Кинсухой? А чё ты с ней? С кем с ней-то, блядь? А чё он зовет Сухой? Ей надо перейти. А так, ты тут? Тут? Лохматка, блядь. Да, я тут. Ну и балдёж, блядь, да потому что, блядь. Чё я поставил минимальный донат рубля, ребят. Можете донить, все бабки я Астрофемус отправлю, естественно, отчитаюсь, никакого наебалого не может быть. Ну, я говорю, что вы, возможно, его видели, мы с ним, по-моему, раза два. Я честно скажу, я не особо с ним знаком, но раза два мы с ним играли в Among Us, пиздец там. Там у него рак, короче, там, это ёбнутая хуйня вообще. Да, ребята, мы все могли бы собираем бабки, чтобы он отпиздил рак, так сказать. Блять, так самое стрёмное, что ты, блядь, живешь, ты вот ты хуй ты, блядь, вот будешь думать о том, что ты можешь вот так вот, ну... Уебаный, блядь, засада ебаная, блядь. Кстати, в этом плане вообще плюс Натаху звать. Натаха всегда готова ебать, блядь. Давай. Натаха это машина, бля, по ёбке, блядь. Давай. Постоянно готова, блядь. Вот как он мне строго рассказывал, блядь. Алло, Натах, подойдешь без проблем, блядь, сразу на хуй ему, блядь. Молодость, здорово. А что за молодость, блядь?
Старый, спасибо тебе за рейд, ёбаный твой соус, блядь, и реки, ебать тебя в жопу, блядь, слышь, без соуса, блядь. Как тебе повезло с тиммейтом, Славля? В смысле, мне повезло, я сбоёвал, согласен. Просто я сейчас нет, я тебя позвал, блядь, что-то ебанулось, блядь, бабушкина, блядь, вообще нет. Генсуха, ебой. Тин, генсуха, знаешь, как есть, типа, вот этот тин там. Ну ладно, сейчас не будет. А, что насчет конкурса внести сегодня, ребят, сегодня подведу итоги, сегодня все красиво сделаем, сегодня, блядь, 3 ноутбука разыгрываются там, да мне похуй, так вообще, можешь меня подводить, блядь, ты всегда меня подводишь, ты еще так крыса, блядь, ты главное 20-го подъедь и все. Вечерний бустер. А, мид идем? Куда идем? Какой нахуй мид? Мы играем. Алло, под Залупина. Алло, у меня пистолет исчез. А, блядь, это ножи. Слава, как новый трек, блядь. Наверное, правильно спросить, когда первый трек, блядь, хотя бы. Хотя, блядь, слушай, первый трек, он же будет новым, по факту, блядь. Или он будет старым, ебать. Батя, что-то загнался, ребят. Все, до свидания, стрим включай. Блядь, человек, который на меня в инсте подписывается, они, наверное, в ахуе. Я каждый день на них ору. Ребята, извините, что я каждый день на вас ору. Маленький писюнчик. Ебальник свой завали, блядь, нормальный писюнчик, блядь. Хуел совсем, блядь. Смотри, банку сиди, блядь. Как писюнчик, блядь, ты слышишь, у коса твоего, ёпты, блядь. Малыш, ну да, малыш. Какой нахуй малыш, ебабушкина, ты ебанулся, там пиздец, блядь, шланг, ёпты, блядь, анаконда, блядь. Что с Моргенштерном, ребят, жесткие разборки, блядь, конфликты, нахуй, блядь, промсились, блядь. Плечиками, плечиками стукнулись, блядь, около его ресторана, блядь, пиздец, разборки, блядь.